Всем, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мюзик, и сегодня мы с вами послушаем Хлоя Накал, продюсер by Laurent G. Это трачок от неизвестного нам человека, который заказал, я так предполагаю, самого себя и, возможно, метит в наш список фрешменов. Это платный заказ. Если вы тоже хотите платно заказать, то ссылочка на Twitch в описании, там есть ссылочка на донат Alerts. Вы можете все внимательно прочитать, задонатить и как этот человек попробовать себя, чтобы узнать наше мнение. Далеко не экспертное, я думаю, вы понимаете. Так, Лаурен Джи против Факовгиш. Ну, короче, я понял, нахуй, я понял. Бро, бит, возможно, будет монстрский. Я не знаю, будешь ли ты его возить. Очень интересно, что это такое. И, ну, насколько это будет круто реализовано. В чем, есть ли у тебя индивидуальность какая-то? Есть ли твой в чем-то прикол? Потому что это одна из основных тем. Нет, пробивать не донил. Одна из основных тем, чтобы попасть в наши фрешмены. Если ты просто будешь тупо, качественно делать на данном этапе работы, мы тоже возьмем. Да. Ну что ж, let's go. Очень интересно, что ты нам приготовил. Будем сейчас с чатом решать. Надеюсь, это будет круто. А не в итоге, ну, а не на кал. Надеюсь, что это не на кал. А no кал. Слушаем. Наебали. Сигарета падает на пол. Я чувствую нокаут. Одна затяжка улетает в нокаут. Я не хочу думать больше о тоске. Все сестры на моем плече. Нихуя не тел получаю, чем темный сарай. Пол, ты тут совсем один. Еще в памяти с тобой картины. В моей памяти ты не отразим. Бля, он шарит. Прикольный куплет. Где идентика для фрешменов тут? Я вот тоже думаю. Неплохо. Очень неплохо. Вижу понимание в целом музыки. Понимание того, что требует бит. Есть понимание, что нужно на бите. Ее нет, заебали делать опиум. Возможно, вы задушите, да? Я как бы спрошу у вас сейчас прямо, добавляем? Просто неплохо. Есть интересные моменты. Хитовости такой определенной я не вижу. Чего-то, какой-то айдентики, чтобы тебя выделяло, тоже нету. Но это просто в целом достаточно качественно сделано. И с достаточным количеством разнообразия. Я только не понимаю одного. Вот накал, оно тянется, и ничего больше не тянется. А как будто просится или клауд, или нокаут что-нибудь протянуть. А оно ничего не тянется, только накал. Я не знаю. Такое себе тоже решение. В общем, в целом, в жанре, который ты выбрал, ты его неплохо реализовал. Какой-то индивидуальности, задумки нет. Честно, я бы добавил тебя, наверное. И следил бы, посмотрел, что дальше. Потому что первый трек, для первого трека это очень круто. Для первого трека, если это реально первый трек, но я смотрю, у тебя что-то уже было. В целом, может быть, ты дропал до этого.
Хз. Ну вот, да? Не, подожди. Он релиз, Саяна. Так, я не понимаю. Раньше ты был Сатоши, наверное, да? Раньше ты был Сатоши. Я верно понимаю? Угу. Ну, то есть, это не первый трек твой. Не первый это твой трек. Я понял. Очень тяжело, честно. Как будто недостаточно прослушать нам одного трека, чтобы добавить. Это неплохо, честно. Ты неплохо сделал, ты неплохо чувствуешь. Но нам не хватает самого главного, какой-то фирменности, которая приходит. Я понимаю, что она приходящая. Но сейчас у нас нету оснований тебя куда-то добавить. Поэтому, если вдруг у тебя появится желание, и ты сделаешь тот самый трек, который вот ты веришь в него, ты можешь задонатить еще раз, если будет желание. Пока что я просто похвалю твой трек, как будто можно даже добавить в список или нет. В плейлист фрешменов делаем или не делаем, спрошу у чата. Потому что трек действительно неплохой, но недостаточно. Просто вот банально недостаточно. Клянись. Окей. Да, пишет Магнолия. Кто еще что-то напишет? Он для курса. Например. Ну, типа, у модеров самый высокий этот. Ну, вы поняли. Блять, все слова забыл. Мне никто не пишет. Ладно, давайте добавим. Давайте добавим в плейлист фрешменов. Ждем новых релизов, бро. Если ты, конечно, будешь донатить. Как-то так. Или можем, знаете, можем добавить пару треков послушать и уже делать выводы. Давайте. А? Делаем? Давайте так сделаем. Хотите? Добавим пару треков следующих послушаем твоих. И если, ну, не понравится, то будем убирать. То есть так же, как мы сделали с кем. С кем-то мы сделали, я не помню. С Рустамовым, да? Но это только, конечно, Fame Chell, но там другая ситуация. Нет. Давайте последним, потому что, ну, трек действительно неплохой, мы его даже забрали в плейлист, поэтому, да. Как-то так. Но это... Ты на испытательном сроке, считай, короче. А, с Lil Kid'ом, да, с Lil Kid'ом. С Lil Kid'ом. Все, на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то где-то поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.